прекрасные рентгеновские аппараты Костеллини. Дело в том, что компания Костеллини расширяется постоянно, развивается постоянно, у нее очень много всего. И вообще компания, группа компаний Чефла – это огромный диапазон оборудования не только для стоматологии, но и для медицины. Расскажите, пожалуйста, историю, как вы, что вы знакомы с основателем этой компании. Это было за кадром. Мне посчастливилось познакомиться с Франко Костеллини, совершенно замечательным человеком. И человек, который создал компанию, человек, который развил компанию, человек, который сделал ее одной из самых успешных в этой области. Вот, очень такой, знаете, вот настоящий итальянец. Элегантный, очень внимательный, очень добродушный, веселый, но при этом с фантастической деловой хваткой человек и очень, в общем, человек, понимающий свое время, человек, который видел немножко вперед и создал прекрасную компанию, которая сейчас живет, процветает и которая вот выпускает, в том числе, видите, и автоклавы, и много разного оборудования, но вот сейчас акцент хотелось сделать бы на аппаратах Костеллини, X-Radius. Вот здесь представлены два аппарата. Я думаю, что менеджер Алексей Денисов, который занимается развитием этого направления, вам более подробно расскажет. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Погрузите нас в этот в мир компьютерных томографов от Костеллини. Это у нас итальянские аппараты Костеллини X-Radius, топовая модель. Аппарат делает 2D-исследования, 3D-исследования, цифрометрические исследования, которые подходят как для стоматологов, ортодонтов, лор-врачей и гнатологов. Аппарат совмещает в себе все передовые технологии, имеет все типы исследований, которые необходимы у нас в стоматологической практике. И имеет достаточно привлекательный дизайн, высокие технологии и хорошую интересную цену. А по размерам снимка? Размер снимка максимальный у него идет 16 на 18, то есть это большое исследование. Также он имеет возможность сделать 4 на 4, 5 на 5, 8 на 8, 10 на 10. У него большой спектр исследований, который подходит для стоматологии, подходит для лор-врачей, ТМЖ снимки он делает в двух суставов одновременно. Может проснимать шейные позвонки, лобные доли. Ушные раковины также он просто. Вы сказали про стоимость, что она как-то приятная. Да, стоимость одна Давайте из лучших расскажем. На рынке. На от выставке скольки, до скольки можно взять? На выставке у нас такой аппарат стоит 5 400 000 рублей. А за пределами? За пределами? За пределами его стоимость в районе 5 700 – 5 800. Это у нас младшие модели аппаратов. Этот же производитель, итальянское оборудование. Аппараты называют из X-Radius Compact. У них три модификации. Есть чисто панорамный аппарат X-Radius Compact 2D, который делает только 2D-исследования. Томографический аппарат X-Radius 3D, который имеет максимальную область 10 на 10. То есть целиком через пациента вместе с восьмерками бескомпромиссно. И имеется аппарат такой же 10 на 10 X-Radius Compact, который идет в модификации с цефалостатом. Данная модель в модификации 3D у нас стоит 3 200 000 рублей. С цефалостатом моделька стоит 3 900 000 рублей. Это выставочные цены. Также модификация 2D аппарата, который только панорамные и 2D исследования делает, он по стоимости 1 250 000.